Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба, привет! Сегодня 27 апреля, 2018 год. Начинаем строить теплицу капля 3х9. Пока что разгрузились. Сейчас приступаем к работе. Там торцы у нас. Здесь фундамент. Начали строить. Купаемся, карасей ловим. Там вдалеке еще одна стоит наша теплица, ей лет 6. Теплица понравилась, клиенты заказали еще одну, практически такую же. Каркас у нас стоит, сейчас начнем крыть поликарбонатом. Каркас поставили на брус, все по уровню закрепили. Нижний конек ставится и затем покрытие. Здесь у нас работы по монтажу теплицы капля шириной 3, длиной 9 метров. Пойдем посмотрим. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Также на торце имеется резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Есть у нас система подвязки по две нитки на каждую сторону. И дополнительно для жесткости каркаса установлены 4 укосина, по 2 на каждую сторону. Сегодня дует ветер. Теплица стоит жестко, не колышется. Я очень доволен. У меня вот уже одна стоит, тоже так же заказана в Уральской усадьбе. Еще вторую поставить. Ребята приехали, быстренько все сделали. Я остался очень доволен. Большое спасибо Уральской усадьбе. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.